демонтаж двигателя Ford Mondeo 2.0 TDCi. Вот такой двигатель. Это потом можно будет снять, да, штуку эту? По причине двигатель ударил, шатун ударил по блоку, выбил блок, и по этой причине мы решили заменить двигатель. Так, вот так мы поняли его. Вот в таком вот режиме он висит у нас над машиной. Сейчас будем его, машину откатываем, двигатель вынимаем наружу. Все.